Раз теперь я... снова я... то мне пора встретиться с братом. А что потом? Не знаю. Давненько я не принимала решения сама. Дай мне насладиться моим. Кратос, там что-то есть. Вернемся в лагерь по этой тропе. Я могу помочь с лианами. А теперь вонзи клинки в сияющие лианы и зажги. Твой брат, кажется, не против твоего возвращения. Он, я думаю, был бы только рад, если бы все вернулось на круги свои. И ответственность легла бы на мои плечи.
Передай Одину крик. Ты умело используешь свой гнев. Ну, что имеем, тем и обходимся. Не то чтобы я хочу злиться на Фрейра. Он мой брат. Половину моей жизни он был для меня важнее всех на свете. Это те же растения, что мы видели раньше. Холод быстро справится с их ядом. Печать теперь сможет удержать лед, даже без топора.
Прекрасно. Бродячие огни. Мощные воплощения рунической магии. Смогу ли я снова назвать это место своим домом? После всего, что было. Что? Сколи Хати в Ванахейме? Оказалось, великаны спасли их от Одина и спрятали здесь. Смотри, солнце пробудило Корн. Видишь, как они тянутся ему навстречу? Разве это не чудо? Совсем не то, что снежные поля Мидгарда, к которым я уже привыкла. Переселение на восток. Все, как мне запомнилось. По крайней мере, этот мир не растерзали хищники и захватчики. Здесь есть еще за что бороться. Есть что защищать, несмотря на понесенный урон. Может, тоже относится и к Фрейру? Mm-hmm.
Ничего не получится, пока не уничтожить мать. Это такая большая луковица, ты поймешь. Думаю, надо попробовать ее сжечь. Huh?
сам! Я так давно видела Фрейра в последний раз. Даже не знаю, с чего начать. Чего ты от него хочешь? Сперва извинений. Я хочу его простить. Хочу верить, что он изменился. У меня больше никого нет. А ты просил прощения у Деймоса? Трудно искать прощения, когда чувствуешь себя недостойным. Как нам перебраться? Стрелы печати могут перенести огонь на тот берег и поджечь кусты. Прощение дарует силу, кем бы ты ни был. Этому меня научила жена Фэй. Ну, тебе хоть есть кого вспомнить с теплотой. Ugh!
Все, чему меня научил мой бывший супруг, это то, что нет предела тому, как глубоко душа может погрязнуть во тьме. Я вышла за него, чтобы спасти свою родину, но он все равно ее забрал, развеял мой народ по ветру. Может, пора положить этому конец? Может, пора кому-то осуществить пророчество крови? Фрей, я не хочу войны. Война — страшная вещь, Кратос. Но есть нечто пострашнее. Если Атрей ринулся навстречу Рагнарёку, сможешь ли ты его остановить? Смогу. А если нет? Я научил его выживать без меня, если придется. Берегись растений. Я им нравлюсь, а чужаков они не любят. Понятно.
И чем ты займешься, раз не подготовкой к войне? Я не знаю, но я не хочу рисковать Атреем. Лучше соображай быстрее, иначе кто-то примет это решение за тебя. Готово? Готовее некуда. Это и впрямь ты. Ты наконец вернулась. Да. Отпразднуем. Ты сядешь на трон, начнем заново. Мы снова будем вместе, а? Как в былые деньки. Я не останусь. Не понимаю. Ты здесь. Вместе мы смогли бы вернуть то, что наше. Я только вернула себе то, что мое. У меня много дел. Ты ведь... видела, что стало с миром, так? Неужто тебе все равно? Сомневаешься в моей верности? Ванахем от меня отвернулся! Ах, все не можешь забыть старых обид? Я должна была спасти как можно больше наших людей. Это была моя обязанность. Ты не принимал это всерьез тогда-то и теперь, похоже, тоже. Думаешь, для меня это все игра? Да. Твой безумный супруг отнял абсолютно все, что у нас было. Его родичи попытались сжечь меня. И как я должен был поступать? Как мой брат. Как тот, кто с детства всегда меня поддерживал. И тот, кого всегда поддерживала я, даже несмотря на его эгоизм. Я думала, что ты найдешь меня. Что хотя ты зол и обижен, ты не бросишь меня, когда я в тебе нуждаюсь. Фрея, прошу я. Я думал, ты мертва. Я столько лет жил с теми жестокими словами, что сказал тебе. Представляешь, каково это? Знать, что твое себялюбие погубило самого дорогого тебе человека. Бросить тебе? Фрея, я скорбел. Я так по тебе тосковал. Я тоже, Ингви. Но теперь я свободна и не хочу быть привязанной к еще одному миру. Я пришлю подмогу. И однажды вернусь. Обещаю. Этот мир уже давно тебе не дом, да?
делай то, что должна. Так, так, ну все, хватит. Вам что, делать больше нечего, кроме как глазеть на семейные дрязги? Вы двое, пошли. Да не ты! Я хочу обсудить с вами пару вещей. Во-первых, заберите свою голову. Во-вторых, я чую на твоем луке магию печатей. Пожалуй, я украду эту идейку. А тебе дам взамен заклятие звука. По рукам? Хорошо. В-третьих, раз вы отправитесь дальше, стоит упомянуть, что мы с Синдри держим ночлежку для безработных богов. Как надоест морозить задницу в Мидгарде, приходи с бородачом, проведай своего друга Тюра. Это очень мило, Брок. Очень может быть. Ну что ж, ладно, тогда встретимся дома. Или, если надо, могу что-нибудь смастерить. Брат, забери меня! Мне тут больше делать нечего. Ну, брат, потолкуем с нашими новыми союзниками. Извините, у вас не найдется времени помочь девушке? Можно спросить, почему путник вошел за моим братом? Когда мы встретились, я был сломлен. Истина, которой я служил всю жизнь, оказалась ложью. Господин Фрейер помог мне снова обрести себя. Помог найти что-то, во что можно верить. Узнаю, Фрейер. Бог вторых шансов. Он спас меня. Дал мне семью, дал цель. И за то и другое я готов умереть. Спасибо. Ему с тобой повезло. Расскажи о собаке, Владимир. Господин Фрейер нашел ее еле живую в джунглях. Наверное, она сбежала с фермы к северу отсюда. Там разводят Бледхундер. Мы ему толковали, что ее уже не спасти, но... Он не отступился. Она поправилась. И с тех пор стала одной из нас. Она чудесная. Она чиста сердцем. Она верит, что ты хороший, даже если сам не веришь. Эй, ребята! У вас есть минутка? Хочу потолковать. В чем дело? Я мастерила всякую всячину для жителей поселений в дельте реки. Как явилось воинство Одина, я смоталась оттуда быстрее, чем Тацельвурм с подпаленным хвостом. Так спешила, что оставила там пару незаменимых вещей. И каких же? Ну, не пару, а одну. Сферу. Можете найти? Я была бы очень признательна. Что это? А если вам попадутся мои старые шедевры доспешного дела, я могу из этого старья смастерить для вас что-нибудь оригинальное. Что это за сфера? Просто принесите мне ее сюда, и я буду прыгать от счастья! А, и если наткнетесь на мою броню, тащите сюда! Я для вас бесплатно залатаю! Как думаешь, брат, что за сферу мы ищем? Понятия не имею. Да?
не раз выручит. Главное, точи. Ты мне так и не рассказал, кто их сделал. Режет гораздо больнее. Кому-то крепко достанется.
меня уже руки чешутся. Сейчас что-нибудь сварганим. А госпожа Фрейя? В всяком случае отвлечет внимание от твоей рожи. Знаешь, что хочешь? Товар возврату не подлежит. Может, попросим? Это невежливо. Что невежливого в просьбе о помощи? Бюгвер, любовь моя, не отвлекайся. Нити нужно класть чаще. Ваш союз необычен. Думаю, Кратос хочет сказать, что прежде не видел, как светлые и темные эльфы работают бок о бок. Славное зрелище! Надеюсь, однажды оно станет привычным.
Мимир сказал, ты не боишься приключений. Если дорога заведет тебя в запретные пески Альфхейма... Это спорная территория за равнинами. Говорят, есть святилище, где старейшины спрятали от нас некоторые артефакты. Все, что может пролить свет на историю Альфхейма, пойдет на пользу. Раскрыть тайны истории? Такие приключения по мне. Нас двоих свело именно знание общего происхождения эльфов. Но история об Альфхейме до разделения на светлых и темных запрещены. Но тебе это не помешало о них рассказывать, потому ты и очутился в тюрьме. Там-то мы и встретились. Сперва мы были врагами, но сбежали уже друзьями. Больше, чем друзьями. Так, все, замолчи. Понял. Удачи вам там. Можно спросить, ты скучаешь по Альфхейму? То есть, скучаю ли я по свету? Скучаешь? Честно? Я еще чувствую его зов. Когда ты рядом с ним, ничего другого уже не нужно. А если ты далеко, то считаешь минуты до той поры, когда снова сможешь его испить. С другой стороны, светом нельзя наесться. Он не играет музыку, не шутит, не открывает тебе новое. Он как бег на месте. И чем дольше я без него, тем больше понимаю, что он на самом деле такое. И мне он больше не нужен. Спасибо за прямоту. А меня никто не хочет спросить, скучаю ли я по свету? Конечно. Прости меня. Они не нарочно, милые. Просто ты обычно неразговорчива. Я скажу им. Нас с рождения учат, что свет — это главное. Старейшины твердят, что мы воюем за него. Но знаете что? Это вранье. Я — это не только улей, не только воин. Светлые эльфы, темные. Все эльфы одинаковые. Упрямы, безмозглые, как мотыльки, ослеплены своим светом. Но я не такая. Я взглянула во тьму и нашла там родственные души. Свой дом. Все. Больше мне сказать нечего. Теперь уходите. Спасибо, что поделилась. Эй, не знаю, в чем ты ей помогал, но я рад, что у вас вышло. Я все еще толком не понимаю тебя или твои цели, но пока ты не предашь ее, я не предам тебя. Я помню, где должен быть проход. За мной. Кажется, по достижении цели ваши отношения стали налаживаться. Могу я надеяться на то, что этот союз продлится? Мне кажется, сейчас у нас есть общий враг. Кратос, пусть ты не считаешь, что Рагнарёк неотвратим, но все-таки ты осознаешь, что Один опасен. Что бы ни случилось, вместе у нас больше шансов выжить. Ты согласен? Да. А о том, что предлагал Брок? Как думаешь, ты смогла бы жить под одной крышей с двумя бывшими врагами и не поддаться искушению отомстить? Не буду я тебе мстить. И тебе. Даю слово.